Вот и пришел долгожданный и удивительный праздник – День знаний, который традиционно отмечается 1 сентября. Сегодня во всех учебных заведениях Мурома прозвучали первые звонки. Главными героями дня стали школьники. Впервые сели за парты более сотни первоклассников школы номер 8. Как прошел праздник знаний в самой молодой школе города, узнала Юлия Казакова. Наступил первый осенний день, а это значит, что 11 653 муромских школьника вернулись за парты. Сегодня они сделали первый шаг в новую жизнь. На торжественной линейке в адрес учащихся прозвучало много добрых поздравлений. Дорогие ребята, я желаю вам успехов. Я желаю вам хороших и прочных знаний, хороших отметок. Ну а родителям желаю терпения, понимание и принятие наших детей и, конечно, помощи нашим детям. Словами, напутственными и поздравлениями также к вам присоединяется депутат Государственной Думы Игорь Николаевич Егошин. Я от себя лично и от Игоря Николаевича желаю всем здесь присутствующим мира, добра, здоровья и всего самого наилучшего. С праздником! В этом году 1298 ребят впервые переступили школьный порог. Только в 8-й школе их 128. Все волнуются, но горят желанием получить новые знания. Я пошел в 1-й класс, я очень волнуюсь. И я уже знаю многих ребят. Я хочу увидеть математику. А вот выпускники, наоборот, спокойны. Для них тоже прозвенел сегодня первый звонок. Но пройдет не так много времени. Они сдадут выпускные экзамены и вылетят из родного гнезда навстречу взрослой жизни. Конечно, грустно, что он последний, что это будет наше последнее 1 сентября именно в школе. То, что нам сдавать экзамены, ЕГЭ. И что после этого 11 класса мы встанем на взрослый жизненный путь. Мы сами выберем свою дорогу. Первоклассники, по их глазам можно увидеть, что они удивительные. В глазах горят огонь. Мне кажется, каждый из них будет хорошо учиться и впитывать знания. Стихами, поздравлениями и даже небольшим театральным представлением встретили в школе бывших дошкольников. Маленький праздник на радость детям. Теперь и они могут носить гордое звание ученик. А рядом с ними всегда будут самые заботливые и чуткие педагоги. Мы очень рады, что в этом году в нашу школу пришли молодые специалисты-педагоги. И два педагога – это наши выпускники, которые с медалью закончили нашу образовательную организацию. Наша школа – школа успеха. И я надеюсь на понимание родителей, на мастерство педагога и на пытливый ум наших детей. Тишину спортивного зала, красиво украшенного в осенних тонах, нарушила звонкая трель первого в этом учебном году звонка. Первоклассный день получился ярким и веселым. Под громогласные аплодисменты первоклашки проследовали в учебные классы и открыли волшебную дверь в мир знаний. Юлия Казакова, Николай Молоденов. Наши новости.